Одна из самых дорогих квартир в Екатеринбурге находится в этом доме по улице Сони Морозовой. 365 тысяч вполне определенных американских единиц. Такова ее стоимость. Этаж и 7 жилых комнат. Зал, гостиная, 2 спальни, комната для прислуги, детская, кабинет. Общая площадь квартиры более 200 квадратных метров. Эксклюзивное дизайнерское решение внутреннего пространства. Пожалуй, именно этот фактор при прочих равных условиях заметно поднимает цену вторичного жилья и делает его дороже новенькой квартиры. Это квартира для состоятельных людей, кто ценит комфорт и качество. Судите сами. Большая площадь 212 квадратных метров. Один только зал 46 квадратных метров. Еще одно из непременных качеств этого элитного жилья – расположение в центральной части города, в тихом месте. Состоятельный человек оценит эту квартиру по достоинству. Понятно, что такие апартаменты доступны немногим. Портрет потенциального покупателя очевиден. Это человек с солидным достатком, умеющий ценить удобство своего уголка. Кстати, о комфорте. Вполне закономерной деталью в подобном жилье становится домашний кинотеатр. При астрономической цене квартиры кинотеатр надо выбирать соответствующий. Более 1 метра диагональ плазменного телевизора, около 300 ватт суммарная мощность звуковой системы. И почти 50 тысяч долларов за удовольствие обладания самым дорогим домашним кинотеатром в Екатеринбурге. Здесь очень много ручной работы при сборке акустических систем и вот этого телевизора. Таких комплектов продано уже 7 за последний год. Это, как правило, относительно молодые люди возраста 35-45 лет, успешно работающие в бизнесе и обустраивающие свои загородные дома или элитное жилье здесь в городе. Правда, этот готовый домашний кинотеатр не рекордсмен на Урале. Появлялись аппараты с ценником и в 100 тысяч УЕ. Кроме того, цена растет при замене плазмы на проектор. А если сюда включить и профессиональное встраивание в жилое пространство, то нужно готовиться выложить до 300 тысяч долларов. Таков мировой рекорд. Что касается самого дорогого жилого пространства на планете, то победителем в этой номинации стали частные квартиры в одном из американских небоскребов. Две из них в свое время продавались за 6 миллионов долларов каждая. В них было 9 ванных комнат, домашний кинотеатр, помещение для хранения вина и специальное помещение для сейфа. Владимир Кобяков, Павел Ликоторчук, Константин Дворников. Цена вопроса ОТВ.